Добрый вечер, церковь. Добрый вечер всем, кто находится здесь. Добрый вечер всем, кто смотрит нас онлайн, в своих домах, не знаю, в офисах и так далее. Друзья, благословений всем. Рады быть вместе, независимо в каком месте. О, как у меня получилось. Сегодня вечер, пятница, и мы сегодня молимся по хорошей традиции. Есть традиции нехорошие, есть традиции хорошие. Это одна из хороших, благословенных традиций, которая служит для созидания, для укрепления. И мы сегодня молимся, церковь Клейсия сегодня молится, для того, чтобы стоять, благословлять наших пастырей, людей, которые ответственные за церковь, за устройство церкви, за то, как направлять церковь, куда направлять церковь. Мы вот также молимся сегодня за Израиль. Друзья, я хочу, чтобы вместе мы... Может, те, кто обращаясь к тем, кто смотрит онлайн, чтобы мы не просто смотрели, а чтобы мы открывали свои уста, чтобы мы славили Бога, чтобы мы поклонялись, чтобы мы обращались к Нему, чтобы мы направляли свои молитвы. Особенность церкви Клейсии, я уже делился только что с друзьями из команды прославления, особенность церкви Клейсии — это дух ходатайства, друзья. Это дух, который был от начала, это то, чем помазал Господь церковь Клейсию, для того, чтобы стоять в проломе, для того, чтобы ходатайствовать, для того, чтобы благословлять те или иные служения. Сегодня, еще раз повторим, мы молимся за пастырей, за служителей, вот, мы молимся за Израиль. Поэтому, друзья, я хочу, чтобы мы вместе, мы соглашались, вместе молились. Большая ответственность лежит на служителях, на пастырях. Очень много нужно мудрости, братья, очень много водительства от Духа Святого, особенно в это непростое время. Очень много различной информации. Слава Богу, что я верю, что мы немногие сидим на YouTube и смотрим различную информацию, но очень много различной информации, которая отвлекает, которая уводит. И сегодня, кстати, Библия говорит, что церковь – это столб и утверждение истины. Но сегодня, к сожалению, многие люди, многие христиане, они сегодня ищут где-то истину, не знаю, там, в каких-то пророчествах, в какой-то, может быть, еще там проповеди от какого-то служителя и так далее. Библия говорит, что мы, церковь – это мы, друзья, мы с вами, столб и утверждение истины. Я хочу, чтобы мы молились, друзья, чтобы наших пастырей, пастора Николая, Володю, Алекса, чтобы Дух Святой направлял, чтобы через них направлял церковь, чтобы через них вдохновлял церковь. Им нужно это водительство, мудрость, благословение, вдохновение, огонь Духа Святого. Перед тем, как мы будем молиться, друзья, мы будем поклоняться Богу. Мы будем славить Его. Я хочу, чтобы мы вместе соглашались, открывали, чтобы нам войти в присутствие Божие, чтобы нам сегодня войти во святые святых и принести Ему жертву наших уст, жертву нашего сердца, то, чего Он достоин. Библия говорит, что мы ничего Богу не можем дать, потому что у Него есть все. Но когда мы приходим с открытыми устами, с открытым сердцем, то, что есть внутри нас, Бог принимает эту хвалу, эту жертву. И когда мы приносим на этот жертвенник, Бог говорит, что Он восседает на хвале. Он находится в том месте, где ищет и где жаждет, где приближается к Нему. Я благословляю Тебя, Отец Небесный. Я превозношу Твое святое имя. Благодарю Тебя за этот вечер. Благодарю Тебя за драгоценное, Господь, время, когда мы, как церковь, неважно, где мы сейчас находимся, здесь, в здании, или мы, может быть, смотрим это дома, но я верю, Господи, что мы церковь, соединенная, объединенная Тобой, Господи, что мы порознь члены, но вместе мы есть тело Твое, главой которой являешься Ты, и мы соединенные Духом Твоим, мы соединенные силой Твоей, и мы сегодня приближаемся к Тебе, Господь, и говорим: достоин Царь царей. Мы благодарим Тебя за время, в которое мы сегодня живем, в которое Ты позволил нам, как церкви, жить, Господь. И не просто жить, но на самом деле быть столпом и утверждением истины. Мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Твое святое имя и говорим, что святый Господь Саваоф, Он достоин один славы, Он достоин один славы, потому что Ты был, Ты есть, и Ты будешь во веки веков. Господь, Тебе вся слава, Тебе вся честь, Тебе хвала, Тебе поклонение великому, всемогущему, кто сегодня царствует, кто сегодня на престоле. И не важно, через какое время мы проходим, не важно, в какое время мы живем, но мы сегодня знаем, что Ты есть Бог всего, Ты есть Царь царей, Ты есть Господь господствующих. И мы сегодня в Твоей руке, мы Тебе поклоняемся, мы Тебя славим, мы превозносим. Дух Святой, Ты достоин славы, мы почитаем Тебя. Кембасата Раманакира Баларамалашей, мы превозносим. Лепросоту Рамашей,
Like a sweet fragrance in this room, God. Roma si shalaramahase, lira mahasi shalaramahase, priyatni fumiyam, Господь. Lira mahasi shalaramahase, God, we're in need of you. We're thirsty for you. Мы жаждем тебя, Господь. Мы жаждем тебя, Господь. Пролей свой дождь на это место, Господь. I'm in need of you, God. I'm in need of you, Jesus. You're worthy, God. You're worthy, God. You're worthy, Lamb of God. You're worthy, worthy, worthy is the Lamb of God. Достоин Агнец, достоин Агнец, достоин Агнец. You're worthy, God. You're worthy, God. You're worthy, Jesus. You reign, you reign, you reign, oh God. Hallelujah, Jesus. Our God reigns. You're God of peace.
You're God of peace. You're God of peace. Jesus, you're God of peace. There's so many worried hearts today, God, but you're God who gives peace to us. God of joy, Jesus, we magnify you. Jesus, we exalt you. Jesus, we lift your name on high. Иисус, ты достоин, ты достоин, ты достоин, Господь. Кто сравнится с тобой, Господь? Кто сравнится с тобой, Господь? Кира махаси шана рамасе, кира махаси ларамосо. Your word, God, your word, Jesus. Yes, God, my God reigns. My God reigns. Forever His kingdom reigns. I sing into every situation that my God reigns. My God reigns. My God reigns in my family. My God reigns in my family. My God reigns at my job. My God reigns on the streets. My God reigns in my church. My God reigns. Your kingdom reigns. It's us, this. My God reigns. My God reigns. We proclaim my God. My God reigns. Forever. Его имя Иисус, we magnify you, Jesus. We magnify you, Jesus. We magnify you, Jesus. King of kings, we magnify you. We magnify you. We lift your name on high, higher and higher, higher and higher. This name, Jesus, before every knee bows before him. Every tongue proclaims there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Sicknesses bow down before you, God. Oppression bows down before you. Captivity bows down before you. Before the name of Jesus, before the name of Jesus, we magnify this name, Jesus. Иисус, ты достоин, ты достоин, ты достоин, Господь. Мы славим тебя, ты достоин, Иисус. We lift your name on high, Jesus, Jesus, Jesus. We exalt you, Jesus. We exalt you, Иисус. Иисус, 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 Иисус. Мы славим тебя. Рома сиша ла на маха. Holy are you, God.
We thank you.
someone tonight. Do not be afraid, for I am your God. Do not be dismayed, for I am your God. I will straighten you, and I will hold you. I will uphold you with my righteous right hand, says the Lord. Do not be afraid, for I am your God. Do not be dismayed, for I am your Lord. I will straighten you, I will help you. I will uphold you with the righteous of my right hand, says the Lord. Do not be afraid, for I am your God. Do not be dismayed, for I am your God. Do not be afraid, for your God is with you. Do not be afraid, for God of Israel is with you. Do not be afraid, for God of Israel is with you. Do not be afraid, for God Almighty is with you. Do not be afraid, God of Israel is with you. Do not be afraid, says God Almighty. Do not be afraid. Do not be afraid, oh Jesus. Do not be afraid, for God of Israel is with you. Do not be afraid, oh Jesus. Do not be afraid, God of Israel is with you. Do not be afraid, God is with you. Do not be afraid. Single person who's going through anxiety, who's going through some kind of depression, because you take upon all the yoke. You take away all depression, anxiety. Where there is the Spirit of the Lord, there is freedom. Jesus, we pray tonight. Мы молимся за всех людей, которые нет мира внутри, которые преследуют мысли страха или мысли, Господь, какого-то самоубийства. Мы сегодня стоим против этих мыслей. Люди, Господь, которые пришли в тупик, и они не видят выход. Господь, я прошу тебя, будь ты выходом в этот вечер сегодня. Люди, которые живут в переживании, Господь, как будет завтра? Но я знаю, что наша надежда на тебя, Господь. И мы сегодня просим, Господь, утешь сердца, Господь, утешь сердца, которые переживают. Рамосо шонара махасей, God. Ромахаси шонара рамасей. Лира махаси шонара махасей. Мы молимся, Господь, за mental, Господь, healing, за emotional healing, за physical healing. Рамосо шонара махасей, God. We advance, go against any spirit of fear, depression, anxiety. Ромахаси шонара махасей. These are not your spirits, God. You give freedom. Ромахаси шонара махасей. Where there's freedom, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. There is freedom. Господь, мы молимся, Господь, о свободе, о победе. Рамаси шалана бахасей. Yes, God, there is freedom. There is freedom, God. There is freedom in you, Jesus. There is freedom, Господь. Там, где ты, Господь, им там свобода. 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 Рамаси шалана бахасей. Ромахаси шалана бахасей. Yes, God, we worship you. We worship you, Jesus. He lives to Robahase, Kura Mahase, Lera Mahase, Sharabase, Limahase, La Moho Sorobase, Lira Mahase, Shadarabahase, Lira Mahase, Shadarabahase. Thank you, Jesus, that you're in this place, God. Я благодарю тебя, Господь, что ты на этом месте. You see every single faithful heart that came to worship you, God. You said, where there's two or three in agreement of your name, you are there, God. We worship you, God. We worship you, God. We agree with you. Мы благодарим тебя, Господь. Святый Бог. Continue singing. I'm not afraid. My God is with me. Continue singing that part. Let's proclaim that word. I'm not afraid. My God is with me. I'm not afraid. My God is with me. I'm not afraid. Yes. My God is with me. I'm not afraid. I'm not afraid.
Это в руках моего Господа, а его судьба для человека это только есть благое, совершенное и хорошее для нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы положили свое упование на Тебя и что Ты являешься основанием, Господь. Ты являешься основанием нашей веры. Мы сегодня ходим не тем, что мы видим, Бог, но то, что говорит Слово Твое. Слово говорит, что Ты Господь, и Ты царствуешь над всей землей, Ты царствуешь над обстоятельствами. И сегодня говори Слово тем, которые сомневаются, тем, которые могут быть в растерянности сегодня. Что делать? Куда ехать? Что делать с детьми? Как быть с обучением? Но Господь говорит, не бойся, потому что я с тобою. Сегодня Дух Святой, Он заливает свою благодать. Он укрепляет каждого из нас, чтобы мы сегодня не только не боялись, но мы были светом, мы были распространением Его Царствия, мы были благословением. Слово говорит, что церковь Его – это столб и утверждение истины. Друзья, мы должны распространять, провозглашать, утверждать везде, где мы идем, Его истину, свет Слова Его. Во имя Иисуса Христа. I can do all things through Him who gives me strength. I can do all things through Him who gives me strength. I can do all things through Him who gives me strength. I can do all things through Him who gives me strength. Yes, Jesus. I can do all things through Him who gives me strength. Jesus. I can do all things through Him who gives me strength. Jesus. I can do all things through Him who gives me strength. Jesus. I can do all things through Him who gives me strength, Jesus. You are my freedom. You are my freedom. You are my freedom. Yes, Jesus. Yes, God. We worship you, Jesus. Kerabasi shalabaso. Kira masi shala masoka. Себе дом, о, Христе.
Господь, Твоим духом и огнем. Иисус, Иисус, Ты сказал, что и зовешь от Духа Твоего. Подобного, Господь, нет Тебе подобного в этот вечер, Господь, в этот вечер, Господь, лепу руми не рида башара келала.
нашу молитву к Твоему престолу. Мы просим Тебя, Господь. Мы просим Тебя, наш Бог, чтобы Ты принес, Господь, чтобы Ты принес мир, Господь, чтобы Ты наполнял наши сердца огнем Твоего Святого Духа, чтобы приходила жизнь, Господь, от Тебя, чтобы, Господь, сухие кости, Господь, они оживали. Чтобы тот, кто упал, он подымался с колен, воздевал свои руки к небесам и взывал к Тебе, превозносил Тебя, святого Бога, поклонялся Тебе, Царю царей. This night as a family to agree молитвы, and to carry in our hands наших служителей, наших пастырей, to наших лидеров. Pray for our ministers and leaders and pastors. Мы живем в очень интересное время. You know, we live in very unique, interesting time. Так много соблазнов окружают. There's a lot of temptations that surround us. Так много всего вокруг. There are so many things around. И тех, кто поставлен служителями в церкви. You know, and those people who are put up front as ministers. В это время, как никогда раньше. This time, like never ever before. Нам нужно взирать на него. We have to look up unto him. Я хочу прочитать одно место. You know, I want to read one scripture. Это Колоссянам. It is written in Colossians. Первая глава. In chapter 1. С 9 стиха. Chapter 1:9. Посему с того дня, как услышали, не перестаем молиться о вас. И просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, во всем угождая Ему. Как часто мы забываем порой, кому мы должны в этом жизни угождать? You know, many times in life we forget who we need to please. Очень часто мы начинаем угождать людям. We start to please other people. Пытаться сделать людям хорошо. You know, we try to please and make it good for others. Забывая о том, что мы поставлены Богом. We are forgetting that we are put by God. Что наша цель — это слышать Его волю в свою жизнь. Our goal is to hear His will in our lives. То слово, которое Он говорит. The word that He speaks to us. И нести его к народу Божию. And to carry it to God's people. Чтобы угодить Богу. To please God. Чтобы исполнить Его волю на этой земле. To fulfill His will here on earth. И я бы хотел, чтобы мы помолились. And I want us to pray right now. За наших служителей. For our ministers. Чтобы несмотря ни на что. No matter what. Несмотря на принимаемые законы. No matter what laws are being accepted. Несмотря на недовольство людей. Maybe some people are unhappy. Чтобы каждый из них. So each one of them. Стоял в истине Божьего слова. So it be in truth of God's word. Чтобы они черпали. So they would draw. Из источника, которым является живой Господь. From the source which is the living God. И чтобы их разум был наполняемым Божьим словом. And so their mind would be filled with God's word. Чтобы то слово, которое Он желает передать своей церкви, and the word that He wants to pass to His они передавали его, they would pass it чтобы они были этим сосудом Божьих руках. So they would be this vessel in God's и чтобы hands. Мы все, как одна церковь, как we одно as one тело, church, one body, шли вперед, would go forward, исполняя Божью волю. Fulfill God's will. Исполняя Божью волю. Fulfill God's will. Наш драгоценный Господь, наш любящий Иисус, мы сегодня соглашаемся, как Церковь Божия, как семья мы соглашаемся, мы просим Тебя за пастора Алекса, за пастора Николая, за пастора Володю. Мы просим Тебя за лидеров церкви Экклесия, Господь. Мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы каждый из них, он черпал, Господь, из источника, которым являешься Ты.
чтобы, несмотря на то, какие движения и ветры дуют, Господь, чтобы нам быть укорененными и утвержденными в истине, чтобы нам, Господь, быть способными слышать Твое Слово и черпать, Господь, из источника воды живой. Направляй, Господь, стези, чтобы не уклониться от истинного пути, чтобы твердо стоять в вере. И когда, Господь, происходит грех, прямо говорить, что это грех. Чтобы, Господь, просто нести этот свет и быть этой солью этому миру. Несмотря на то, что это может показаться, Господь, немодным или неактуальным сейчас. Дай им силы, Господь, чтобы они могли стоять в истине. Чтобы они черпали эту истину, Господь, из Твоего Слова. Из Твоего, Господь, общения. Чтобы они наполнялись, Господь, Твоим откровением. Чтобы Ты давал им откровение на каждый день, на каждую ситуацию. И чтобы, Господь, они были этим сосудом. Чтобы они несли, Господь, эту воду живую для Твоего народа. Чтобы они приносили жизнь, Господь. Чтобы они были Твоим голосом, Господь, для этой земли. Мы благословляем их здоровьем и крепостью. Мы благословляем их мудростью, крепостью и силою Твоею. Во всем, Господь, да будут они иметь успех. Мы благословляем их дома, их семьи, их детей, их жен, Господь. Ты покрой, Господь, кровью святою, и Ты сохрани их, Господь. Благодарим Тебя за все. Мы превозносим Тебя, Иисус, и всю славу Тебе воздаем. Аллилуйя. Lord, right now, I lift up the gathering of peoples at the Capitol Sunday afternoon, Sunday evening. We met there in 2010, and Sacramento started rising in 2010. And right now, once again, it is not the flesh of the people, it's the Spirit of the Lord that I ask to come down into the Capitol, that I ask you to move, to shake. And you know my heart. You know I'm not praying condemnation on our governor, but make yourself real to him. That this is not a joke. This is his everlasting life he's dealing with, not me. I'm not the one dealing with it. He is, and you are, Lord. I just ask you to reach down into his heart, his mind, his spirit, his soul. Make yourself real to him, because he is a human. And I know he hears when you pray for him, whether it's me, whether it's anybody else, whether it's in Spanish, Russian, Tagalog, any language, you hear our desires for our state, Lord. I just thank you that so many different peoples are willing to gather at the Capitol at one time and to worship and to pray and sing and bring you to our government's steps and into the Capitol. Not just a bunch of people going off into the street and having fun, but serious, worshiping the Lord, serving the Lord, fasting going across the city, praying going across the city. And I already thank you for the answer. I already thank you for the shaking that's going on. Amen, Jesus. Amen. Only.
singing honor, glory, and power be unto the Lamb who sits on the throne. All blessing and honor, glory, and power be unto the Lamb who sits on the throne. All blessing and honor, glory, and power be unto the Lamb who sits on the throne. All blessing and honor, and glory, and power be unto the Lamb who sits on the throne. All blessing and honor, glory, and power be unto the Lamb who sits on the throne. All blessing and honor, and glory, and power be unto the Lamb who sits on the throne. All blessing and honor, glory, and power be unto the Lamb who sits on the throne. And you feel like небе. You're not here, you're somewhere in heaven. Ты где-то вот, соединяющийся с Богом в одном духе. You unite with God in one spirit. Вот я, когда я пришел, Андрей начал. When I came and Andre started. И такое слово мне сразу. And I hear a word. Сблизься со мною. Be close to me. И будь спокоен. And be calm. И придет тебе добро. And good is going to come to you. Добро придет, тебе будет хорошо. Good. Good is когда gonna соединяешься come. С Богом, тебе хорошо. When you unite with God, так you feel тебе good. Хорошо. И так слушаю. Как Вита поет, вот, you know, как она ведет. Мне вот очень нравится она. Я благословляю тебе, Вита. Спасибо. Честно, я благословляю. Мне очень нравится этот дух, такой благословенный дух. It's such a blessed spirit. Это благословенный дух от Господа. It's a blessed spirit from в тебе God. Такой, знаешь, я вот, я не может, немножко так, знаешь, себе внутри философствую, может, даже не скажем так. Maybe I'm doing some kind of philosophy dream. Мысли у меня даже много. Я слышу такую музыку. And I hear this music. Такие, знаешь, трубы такие. And trumpets. Можете себе представить такой океан труб. And there's an ocean of trumpets. Такие трубы, которые поют. And trumpets that are singing. А вы слышали когда-нибудь, когда трубы поют? Have you ever heard trumpets? Трубы поют. Я вот один раз слышал, когда трубы поют. And I once heard when trumpets were singing. Это симфония вообще шикарнейшая. It's она a great orchestra symphony. Сама труба может петь. Я такого вот один раз услышал, думаю, вообще трубы поют. And trumpets, they could sing. Вот так трубы поют. Это в духе, когда люди поют вместе, and соединяются. In spirit, when they unite с Богом, together. Один дух с Богом. One spirit. И вот эти трубы поют, они так, восхищение. And these trumpets, такое they sing. Восхищение находит, что and просто they exalt God. Ты как будто ты на небе находишься. And you feel like you're in heaven. Вот когда ты поешь в духе. When you sing in spirit. Поднимите врата верхи ваши. Lift up your gates. Поднимите двери вечные. Lift up the open doors, the и войдет царь славы. And the king of glory is going to кто enter. Сей царь славы? Who is this king of glory? Господь крепкий. A Lord who is mighty. Господь сильный в брани. Who is powerful in warfare. Кто сей царь славы? Who is this king of glory? Господь крепкий. Who is a powerful он God. Сильный в брани. He is powerful in warfare. Он сильный в брани. He is powerful in warfare. Он сильный в брани. He is powerful in warfare. Иеремия говорит. Jeremiah says. Прежде нежели я образовал тебя в чреве. Before I formed you in the womb. Я познал тебя. I knew you. Прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя пророком, поставил тебя пред народом. Я, говорит Господь, I, says the Lord. Я, говорит Господь, I, я поставил тебя. I have put you there. И не говори, что ты молод. And don't say you're young. Не говори. Don't say that. Не говори, просто пророчествуй. Just prophesy. Пусть найдет дух на тебя. May the Spirit и пророчествуй. Come upon you. And prophesy. И пророчествуй. And prophesy. И говорит, я простер руку и коснулся. It says, I just touched the hand. Господь коснулся уст моих. God touched my mouth. Понимаешь, он вошел. He came in. Смотри, говорит. Look, he says. И он начал пророчествовать he на народ. He started to prophesy in the nation. Он начал пророчествовать на народ. He started to не prophesy. Говори.
Я Господь сильный. Say, я Бог сильный God. В брани. God is powerful я пойду warfare. Преди тебя. I'm gonna go before you. Он может сокрушить все. He could take down замки everything. Железные, замки железные. Even castles made out of то, metal. Что препятствует. Everything that's standing Господь in the way. Господь может сломать сегодня. He could just break it через off today. Молитву. Through prayer. Через отношения с Богом. Through relationship with когда God. Мы входим в присутствие Бога. When we go into presence Господь of God. Господь разрушает всякие твердыни. He destroys all strongholds. Если твердыня пред Богом. There's a stronger before God. Что может препятствовать Богу? What can stand in the way? Он как волна. He's like a wave. Он идет и не останавливается. He's gonna go and not stop. Кто может остановить силу Божью? Who can stop the power никто of God? Не остановит. No потому one что able сказал, to do. Он сказал, я пойду впереди тебя. He said, I'm gonna go before я, you. Говорит, сокрушу горы. He says, I'm gonna take down mountains. Кто ты гора? Who are что your mountain? Ты можешь стоять? That you can никто stand. Ты. You're no ты умолись, а гора. You're gonna ты fall поди, down. Гора. Ты должна полнься. И and мы пророчествуем этой горе упасть. И мы пророчествуем эту долу наполниться. Слава Господня пойдет впереди тебя. Потому что это слово от Господа. Господь, когда говорит, Он уравнивает всякие стези. Он равняет горы. Он равняет долины. Это от Господа. Сила слова имеет огромную силу слова. Это сила слова. Yes, Господь сказал, я дал тебе слово. И говори, что ты видишь, говори. Говори, пророчествуй, говори, 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 и Господь будет идти впереди тебя, Он сокрушит, Он сокрушит, Он сокрушит, Он уравняет. Господь Бог силы, Бог в брани. Я Господь Бог в брани. Я Господь Бог в брани. Я с тобой Бог твой. Я Бог сражаюсь за тебя. Я Бог впереди тебя. Я Бог сзади тебя. Я справа, оглянись, я слева. Я Бог твой. Я везде. Я с тобою, потому что я Бог твой. Я Бог сильный. Я Бог сильный. Я Бог сильный. Кто сей Господь? Он Бог сильный в брани. Ты Бог сильный в брани. Ты Господь. Будь сильный в брани. Если, Господь Боже мой, болезнь, которая не будет сокрушена, если занавес, который не будет сорван, если, Господь Боже мой, какое-либо препятствие, это препятствие пред Богом не имеет смысла, не имеет границ. Господь, мы пророчествуем исцеление, Господь, сегодня во многие сферы жизни людей, кто нуждается в исцелении. Исцеление, Господь, врачевство на раны. Мы пророчествуем исцеление в ранах Иисуса. В ранах Иисуса исцеление, восстановление судеб. Сегодня восстановление судеб. Сегодня восстановление судеб. Иисусе Христе, Сыне Глория, мы пророчествуем восстановление. Сила от Господа в дух. Каждого дух. Слабый скажет, я силен. Слабый скажет, я силен. Потому что Бог сила моя. Господь крепость моя. Он делает ноги мои, как у оленя. И возвозит меня на высоты мои. Иисусе Христе, Сыне Глория, восхищаюсь тобою. Восхищаюсь силой твоею. Вдохновлен тобой, Господи. Восхищаюсь силой твоею. Ты Бог, сила моя. Ты дал слово для того, чтобы я пришел, чтобы я говорил. Сила у Господа. Сила у Господа. Сила у Господа. Сила у Господа. Praise the Lord, the Christ. Lord God Almighty. Thank you.
Christ. I'm so thankful that you chose us. You chose us. May your word, God, be preached, be poured out. And may we be strengthened. For the pastors of this church, preach the word. Be poured out. Be strengthened. Preach the word. Be poured out. Be strengthened. Preach the word. Be poured out. Be strengthened. Do the fulfillment of God's will upon your life. 2 Timothy 4:2. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all longsuffering and teaching. 2 Timothy 4:6. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight. I have finished the race. 2 Timothy 4:17. But the Lord stood with me and strengthened me so that the message might be preached fully through me and that all the Gentiles might hear. Pastors, preach the word. Be poured out. Be strengthened. Preach the word. Be poured out. Be strengthened. Preach the word. Be poured out. Be strengthened. And may the grace of Jesus be with you. May the love of God be with you. And the fellowship of the Holy Spirit be with you. Blessings and favor upon your family. Blessings and family upon your flock. Blessings and family upon the Lord's people who believe that Jesus Christ is Lord, that He is the Savior, that He is the Messiah, that He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is the bright morning star. He is the chief cornerstone. He is the light of the world. He is everything. He is the Messiah. All glory and praises to Christ Jesus. Throne, Jesus, Lord God.
Lord God Almighty, you're seated on the throne. You're worthy. It's all for you, Jesus. It's all for your glory. Yes, only you are worthy. No one like you, Jesus. Our God is almighty. Who can stand against? No one. You're mighty, Lord. You reign forever, God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. You're holy, holy. Hallelujah. Hallelujah. Так как мы продолжаем молиться за пастырей, you know, as we continue praying for the pastors, за служителей, for the ministers, я прочитаю одно место. You know, I want to read one scripture. Это записано Иоанна 10 глава. It is written in John chapter 10. Евангелие от Иоанна 10 глава. In John chapter 10. Я прочитаю по-английски, если есть возможность, по-русски, если есть возможность, вы светите на screen. Здесь написано: истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, там где овцы, но перелазит через забор, тот есть вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. В третьем стихе написаны очень важные слова. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. Очень часто, друзья, когда читаем это место, обращаем внимание на пастыря и на овец. You know, many times when we read the scripture, we pay attention to the pastor and the sheep. В третьем стихе написано, что пастырю открывает дверь тот, кто стоит у двери. And it says, the pastor, the shepherd, the door is open, the one who's standing by the door. Мы знаем, что наш пастырь, we understand that our pastor Иисус Христос, is Jesus Christ. Овцы мы. We are the sheep. Предверники. We are the gatekeepers. Те, кто стоит у дверей. The ones who are standing by the doors. Вход в церковь. Is the entrance to the church. Это пастыря, служителя. It is the pastor's ministers. Они открывают дверь. They open the door. На них лежит ответственность. They have a responsibility. Что они допустят? What are they going to allow? Что они пропустят? What are they going to let into entrance? Что услышат овцы? What are the sheep going to hear? Кого они услышат? Who are they going to hear? Что они получат? What are they going to receive? Друзья, я хочу, чтобы мы молились. I want us to pray, friends. Христос сказал одни слова. You know, Christ said, когда он был на земле, when he was here on earth. Он сказал, что я ничего не делаю на земле. He says, I'm not doing anything on earth. Пока я не видел, что это делал отец мой. Until I see what my father did. Он говорит, что я не делаю волю свою. He says, I don't do my own will. Он говорит, я исполняю волю пославшего меня. I fulfill the will of the one who sends me. Друзья, я хочу молиться. I want to pray, friends. Чтобы мы благословляли пастырей. So we'd bless the pastors. А водительство духа. So they could have the direction of the Spirit. Духа Божьего. So they have guidance from God. Для церкви. For the church. Я еще раз повторю, как говорили сегодня многие. As many said today. Мы живем в очень непростое время сегодня. We are living in a very uneasy time. И сегодня очень важно. It is very important. Чтобы из уст священников. From the mouths of the priests. Народ слышал истину. So nation could hear the народ truth. Народ слышал истину. So the people could hear the truth. Сегодня, к сожалению. Unfortunately today. Церковь. Church. Она ищет истину. It's searching for this truth. Вместо того, чтобы быть утверждением истины. Instead to be that truth. Она ищет истину. It is searching for that truth. Я хочу благословлять пастырей. I want to bless the pastors. Служителей. Ministers. Чтобы из их уст. From their mouth. Выходило слово истины. Word of truth would come out. Может быть, оно будет непопулярное. Maybe it's not going to be popular. Но это будет слово истины. But it's going to be word of truth. Слово живое от Бога. Living word from God. То, которое необходимо на сегодняшний день. Which is needed for today. Слово свежее. A fresh word. Свежий елей. Fresh anointing. То, что будет укреплять церковь. Which is going to make the church stronger. То, что будет поднимать церковь. That's going to raise up the church. То, что будет вдохновлять церковь. Which is going to encourage the church. Господь, мы молимся Тебе сегодня. Мы благословляем наших пастырей. Мы благословляем их семьи. Я благословляю пастора Алекса, пастора Николая, пастора Володю. Я благословляю их сердца во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы молимся Тебе, чтобы Ты их укреплял, чтобы Ты их вдохновлял, чтобы Ты их направлял, чтобы Ты всегда, каждый день давал им это
свежее слово, чтобы ты направлял их Духом Святым сверхъестественным образом, Господи, чтобы они шли за Тобой, чтобы они знали голос Твой, чтобы они передавали Твой голос народу Твоему, Господь, чтобы они направляли церковь во имя Иисуса Христа, чтобы они шли впереди за Тобой, чтобы церковь устремляла свои глаза, и чтобы церковь сегодня была наполнена жизнью Твоей, этим свежим елеем, помазана свежим елеем, чтобы идти проповедовать, чтобы восхищать лето Господне благоприятное, чтобы отвергать, открывать узникам темницы, чтобы выпускать измученных на свободу. Но это для этого нам нужен голос. Для этого мы хотим, Господи, мы хотим слышать, и мы хотим знать голос Царя Царей, знать голос нашего пастыря, который будет направлять нас, который будет вести, который будет вдохновлять, который будет укреплять и который будет посылать туда, куда ты хочешь, чтобы мы шли, чтобы мы не были здесь, но не распространяли пределы, Господь, пределы Царства Твоего. Кембасата рабалаки рабала рабалашей, лембросоту рабалашей. Благословляй пастырей, благословляй их семьи, Господь, благословляй их мужей, Господь, их жен, благословляй детей во имя Иисуса Христа. Провозглашаем ограду, защиту. Мы сегодня говорим, Господь, что никакое оружие, мы просто провозглашаем их жизнь, Господи, что никакое оружие, даже если оно направлено, оно не будет уметь успеха, потому что они под Твоей оградой, охраной и защитой, и они сильны Тобой, Господь, и они не будут сокрушены, потому что Ты спереди, Ты сзади, Ты с боков, Господи, Ты сверху, снизу, Ты объемлешь, Ты направляешь и Ты защищаешь. Благодарим Тебя, что и пастора наши сильные, что они будут вести церковь, они будут направлять, Господь, во имя Иисуса Христа, что новые служители, они будут подниматься, они будут взращиваться для того, чтобы умножались пределы, распространялись пределы Царствия Твоего во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя.
семью, на наши кисти,
You have no place in our homes. You have no place in our church. We were dedicated to God. We accepted the covenant. We were baptized and we belong to God. Мы принадлежим Богу. Царственное священство. Царственное священство. We magnify you, God. We magnify you, God. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за этот вечер, Господь. Мы славим Тебя. We magnify you, Jesus. Благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Благословляем Твое имя. Аллилуйя. Бог, благодарим Тебя за то, что мы можем сегодня соединяться с Тобой. За то, что Ты сегодня, Господи, наполняешь, что Ты возбуждаешь наш дух, что Ты наполняешь наши сердца, наши уста молитвой. И мы верим, Отец, что ни одно слово, которое было сказано здесь, оно не вернется тщетным, оно не вернется таким же, потому что это Слово Твое, Слово, которое было сказано от Тебя, Господь, оно не вернется. Мы обязательно увидим, Господи, результат, мы увидим победу, мы увидим, как Слово исполняется, как Слово приходит в действие. Мы благодарим Тебя за это драгоценное время, что мы могли сегодня вложить это в Твое Царство, Господь. Господи, когда мы ходатайствовали, когда мы молились, как церковь, я еще раз повторю, неважно здесь или когда мы смотрим у экранов, Господь, я благодарю, что мы все соединенные, мы армия Христа, Господи, наполнены Твоей силой, говорящие от Духа Твоего, наполнены Твоим присутствием. Мы благодарим Тебя за то, что мы могли иметь общение Духа, когда Дух Твой Святой общался с нами, когда мы открывали Тебе свои сердца. Мы благословляем Тебя. Еще раз благодарим Тебя за этот прекрасный вечер, когда Ты посреди своего народа, когда Ты двигаешь нас, когда Ты наполняешь нас. Мы воздаем Тебе всю славу. Мы воздаем Тебе всю честь. Спасибо Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Будьте благословенны.